Завтрак не должен быть легким. Именно в это время следует отдавать предпочтение самым сытным и калорийным блюдам. А у нас утро со вкусом. Приготовим вкусный завтрак вместе. Зачем усложнять себе жизнь и выдумывать разнообразные блюда, чтобы было вкусно и сытно? Можно воспользоваться уже существующим рецептом, как приготовить пасту с лососем и креветками. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Паста спиральки 0,5 кг, лосось 400 грамм, креветки очищенные 400 грамм, цукини 1 штука, чеснок 3 зубчика, сливки 400 мл, базилик и орегано по вкусу, пармезан 50 грамм, соль и перец по вкусу, оливковое масло также по вкусу. Филе лосося моем и нарезаем крупными кусочками. Цукини моем и нарезаем мелким кубиком. Чеснок чистим и нарезаем тонкими пластинками. Пасту отвариваем в подсоленной воде с добавлением оливкового масла 3-5 минут. Она должна быть недоваренной. Сковородку разогреваем с оливковым маслом, выкладываем чеснок, обжариваем его до появления приятного аромата. После чего выкладываем лосось, порезанный кусочками, и готовим еще 3-5 минут. Креветки очищаем и кладем к лососю, готовим еще 5 минут. Всыпаем порезанный цукини, перемешиваем и обжариваем 2 минуты. К лососю, креветкам и цукини вливаем сливки, перемешиваем. По вкусу добавляем соль и черный молотый перец. Вливаем в сковородку немного воды, в которой варили пасту, еще раз перемешиваем. Готовим на слабом огне под закрытой крышкой 5 минут. Отваренную пасту добавляем на сковородку к остальным продуктам, перемешиваем и греем 1 минуту. После этого раскладываем все порционно, украшиваем тертым пармезаном, свежим базиликом и орегано. Подаем к столу. Приятного аппетита!